Госбюджет Чувашии вновь скорректирован из-за роста собственных доходов. Изменения в стратегическом документе одобрили в правительстве. Куда предлагают направить средства, министры, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Параметры бюджета в правительстве региона уточняют в третий раз. Собственные доходы республики превзошли прошлогодние прогнозы. В казну поступит еще 1 700 000 000 рублей. Собственные доходы бюджета составят 29 089 000 000. Всего с учетом данного уточнения, с учетом и безвозмездных поступлений, доходы республиканского бюджета составят 49 407 000 000 рублей. В республике наметился рост налоговых доходов. Сказалась проводимая в регионе работа по ликвидации серой занятости, отметил Михаил Игнатьев. И с учетом того, что мониторим серые схемы, администрируем, и наши налогоплательщики практически больше открываются, больше работают публично и честно, и отчисляют соответствующие налоги. И касаясь уже НДФЛ, и физические лица, и предприниматели, которые тоже имеют соответствующие документы, отчисляют соответствующие налоги. Рост доходов позволит реализовать приоритетные проекты. Порядка 1 000 000 000 в правительстве предлагают направить на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие промышленности. Муниципальным учреждениям образования и культуры выделяют 700 000 000 рублей. Из которых 247 миллионов рублей направляется на обеспечение безопасности самих муниципальных образований и этих учреждений. Все проверочные мероприятия надлежащим образом будут проводиться для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка. Те случаи, которые произошли в Архангельске, в Керчи, набережные Челны обнаружили схрон, 18 человек арестовали. Мы рядом живем. Поэтому мы бдительность не должны терять. Немалые суммы заложат на строительство детских садов, капитальный ремонт домов культуры и архивов, модернизацию спортивных объектов. Еще одна статья расходов – заработная плата работников бюджетной сферы. К бюджету 2017 года также существенное увеличение расходов на 15% или на 3,5 миллиарда рублей. По 2018 году по врачам оценка более 48 тысяч рублей будет зарплата, что в два раза больше 2019 года. По заработной плате воспитателей также увеличение два раза и полтора раза по увеличению заработной плате педработникам школы. На повестке дня и подготовка трехлетнего бюджета. Для республики уже обозначили объемы федеральных дотаций. Только на развитие медицины поступит порядка 3 000 000 000 рублей. Последняя радость, которая пришла уже от председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, сама лично позвонила и констатирует, спорили, говорит, очень долго, но предпочтение, говорит, я не могла, говорит, не отдать Чувашской Республике. На реконструкцию здания стационара бюджетного учреждения городская детская больница номер 2, ну, в народе говорят инфекционная, нам в 2019 году выделяет 208 миллионов 300 тысяч рублей. 161 миллион рублей до этого знали. Итого, вот по 2019 году, с учетом объектов инвест-программы, мы получим 1 миллиард 118 миллионов рублей. Параметры бюджета глава республики обсудил с депутатами Госдумы. Ключевая задача – привлечение инвестиций на реализацию майских указов. Третье изменение в бюджет 2018 года – это не последнее. По результатам работы исполнительной власти, депутатского корпуса разного уровня, у нас есть возможность четвертый раз до конца года внести изменения. Мы должны лоббировать интересы нашей Чувашии здесь совместно с нашими коллегами. В уже принятом депутатами Госдумы федеральном бюджете большую долю расходов предусмотрят на развитие регионов и поддержку села. 12 нацпроектов Российской Федерации, еще могу назвать, наверное, и 13-й будет. Это развитие инфраструктурных проектов. Значительные средства выделяются на дороги. Значительные средства выделяются на инженерную инфраструктуру. Решили фракции предложением выделить еще дополнительные средства на социальную инфраструктуру для села. Впервые этот бюджет профицитный, 2 триллиона рублей с профицитом. Законопроект о республиканском бюджете рассмотрят на очередной сессии Госсовета 16 ноября. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика.